В Тверской области продолжается газификация. Так, в этом году построено 360 километров сетей в 15 муниципалитетах. Благодаря таким масштабам возможность подключиться к голубому топливу получают 6,5 тысяч домовладений в 33 населенных пунктах. Только за первое полугодие среди абонентов появилось более 2600 домов и 133 организации. Иметь газ особенно важно для маленьких муниципалитетов. Это развитие инвестплощадок и экономики, сказал глава региона Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия-24». Стоит отметить, что в текущем году завершена прокладка сетей в Молокове, Красном Холме и других территориях региона. Работа по газификации, которая была поставлена президентом, идет в полном объеме. Мы должны до 2026 года завершить газификацию Тверской области. В каждом муниципалитете, включая и Удомлю, и Лесной район, это наши были уже финальные объекты по плану, которые подписаны с «Газпромом», будут газифицированы. Сегодня также идет развитие сети внутри поселений, газовых сетей. Один из наших, мы об этом тоже сказали, муниципалитетов, это Кимрский округ, будет газифицирован на 100%. Это полная газификация. Это такой наш пилотный проект, сейчас подготавливается документация. Также президент России Владимир Путин дал поручение регионам обеспечить поддержку нуждающихся граждан касаемо покупки газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков, то есть в деле проведения догазификации. В регионе разработаны меры, которые коснутся ветеранов, многодетных семей, участников боевых действий. В настоящее время в Тверской области заявлена социальная догазификация 8317 домовладений в 593 населенных пунктах.